Да еще и лицом кверху. Но это так устроена природа, это правда. Вы можете провести дома эксперимент, вполне реально, это врачи-педиатры говорят, из пипетки на крыло носа капнуть каплю воды. Ребенку там 4 месяца, дыхание перекрывается на 5-7 минут автоматически. Но мы-то с вами не младенцы 6-месячные, весим мы немножко по-другому уже. Поэтому нам необходим спасательный жилет, чтобы быть лицом кверху и дышать. Далее. Насмотревшись голливудских фильмов, все считают, что в этом жилете можно запросто сигануть откуда угодно. Вранье. Сейчас мы с вами приблизительно на высоте 13 метров. Дальше все люди элегантного возраста, значит, сдавали экзамены. Нормальные, а не ЕГЭ. Удар о жидкую среду, ускорение свободного падения, масса, все. В результате даже можно просто посмотреть на конструкцию жилета. Как минимум перелом основания черепа от удара. Жилет можно было не надевать и не спасаться. Все уже. Поздно. Поэтому все-таки придумали подголовник. Но и то, чтобы его использовать, надо знать маленькие хитрости. Как? Одна рука кладется вот сюда. Вторая рука вот сюда. И дальше со всей силы жилет натягивается вниз. Подголовник прижимается к шее. Вот в таком варианте можно прыгнуть. Но с высоты не более 3,5 метров. Не более. Все остальное чревато потерей жизни. Да, а кто говорил, что будет легко? Спасибо. Поэтому на теплоходе. Не прыгай. И не будет, это уж точно. Да, поэтому на теплоходе все немножко по-другому. Ну вот, наступило время ЧЕП. Обратили внимание, каюты не всегда удобны для надевания жилета. Согласитесь, есть маленькие каюты. Поэтому оптимальный вариант. Жилет взяли, что-нибудь теплое сначала надели. Сюда документы, сюда деньги, жилет. И вышли из каюты. И вы тут же поступите в распоряжение экипажа, который будет четко знать, что делать, куда и как. И дальше мы переходим ко второй части спасательных средств. Это коллективные спасательные средства. При этом абсолютно все уверены, что это обязательно шлюпки, которые находятся на шлюпочной палубе. А шлюпки рассчитаны на минутку всего на 64 человека. А мы вот тут вот возили по 189, и по 191, и по 196. Так, хочется сказать, на всех рассчитано не было. 30 лет уже с ГАКом, как главным коллективным спасательным средством, является плот спасательный надувной, ПСН. Или, как его ласково называют моряки и речники, плотик.